Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я вот по продаже бивня. Да, да, да. Вы знаете, это фотографию мне посылать по WhatsApp? Ну, могу, могу. Ну, давайте, давайте. А подождите, а вообще мне узнать надо, у нас тут связь не очень-то сильная, когда там придет. А почем берете-то? Не, это какая-то солид. Это какой солид? Что? Солид какой? А, сорт, ну я не знаю, у нас тут три штуки их, они большие, килограмм по 80. А? Давай посыраю, посмотрю и скажу, ага. Потому что я тоже не знаю у вас какой сорт. Ага, а вообще, а из Якутии вы можете забрать? А в Якутии, да? Ну в Якутии могу, но немножко тяжело. Немножко... У меня документ есть, но немножко тяжело. Тяжело, да? Да, ну могу. Давай посмотрю, стоит или не стоит. Подожди, а этот... А откуда мне этот посылать куда? Потому что мы тут тоже нифига не знаем. У нас вот нашли ребята. Ну, не ребята тогда. Если стоит, тогда ребята к вам подъедет и загуляет. Ага, а мы в Улусе же находимся. Что? В Улусе находимся. Улусе, да? В Улусе, а? Мы не в центре. Я понял, я знаю. Я знаю такое место. Угу. Ну, давайте посылайте, хорошо? Ага, хорошо, хорошо. Сейчас отправим. Иду, давай. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Это по поводу мамонта, бивня. Ага. Ага, а со скольки килограмм берете? Откуда вы звоните? С Якутии. Откуда с Якутии? Олег Минский. Ага, ну это далеко от нас, в Магадане, короче, вам в Якутию позвонить, там в гости. Много у вас? Ну, три бивня нашли вот недавно. Они большие, килограмм под 80. До Якутска сколько от вас, до Якутска? Ну, черт его знает, мы, как вам сказать-то, на вертолетах, если, ну, день. Ага, сколько хотите цену? Ну, а мы даже цену примерно не знаем, поэтому вот звоним впервые. Ясно. Ну, я вам попозже, ты сейчас за рулем просто попозже перезвоню туда на номер. Или WhatsApp есть у вас, WhatsApp? Ага, ну вы нам цену хотя бы не подскажете, сколько стоить будет? Ну надо посмотреть бивни, можете скинуть фотографию хотя бы? Ага, ну килограмм 82 сорта сколько будет? Вы скиньте, пожалуйста, мне фотографии на этот номер. Ага, хорошо. С ММС или WhatsApp. Ага, все.